Крупная железнодорожная авария произошла близ Шымкента. На перегоне Игилек сошли с рельсов сразу 18 грузовых вагонов из 57. Все они находились в хвостовой части состава и были пустыми. Грузовой поезд следовал в сторону Арыси, состав опрокинулся рядом с населенным пунктом. По счастливой случайности вагоны упали в противоположную сторону от домов, но снесли 11 опор линии электропередачи. Также частично повреждено железнодорожное полотно. Авария привела к часовой задержке пассажирского поезда с сообщением Алматы-Мангистау. Все остальные составы продолжили движение по расписанию. Сейчас на месте работают специалисты, которые должны установить причины ЧП. Сегодня, 12 мая, 6 утра 25 минут, полностью путевое хозяйство восстановлено, движение открыто. В настоящий момент мы производим работу по восстановлению электроснабжения контактных сетей. По случаю было повреждено 11 опор контактных сетей. Сейчас на место установлено 7 штук.